Вот. Ведет репортаж ваш верный Вадим Селезнев. Мы находимся в такси. Спереди находится Степа, но его не видно. Это хорошо. Вот, а здесь находится девушка... Как же ее спать? Наталья. Господи. Извините, и по отчеству я не знаю. Владимировна, слушай, фотоаппарат, по-моему, такой же. Ну, практически такой же, да. А ты тоже, Владимир?